Мероприятия такого масштаба, как Elle Style Awards, не обходятся без красной дорожки. Это значит, что сегодня мы увидели очень много хорошо одетых людей. У самых стильных из них мы поинтересовались, как же они подбирали наряды для такого важного мероприятия. Я не знаю, плащ, пальто, сукня, це Пом де Гарсон. Это платье Клои, но на мне бежевые лодочки Кристиан Лабутен, потому что, мне кажется, бежевый цвет его очень легко сочетать с любым цветом. Ну вот, наверное, поэтому так. Ну и золотой клатч Марк Джейкобс, ну потому что, наверное, ну придает немножко праздничность такой, дает. Стелла Маккартни. Это платье из моего магазина Дури. Я сегодня в платье от Андре Тана, из его коллекции «Осень-зима», вот, и ботильоны «Жил Сандер» из «Сумка Прада». Все, кроме обуви, это Литковская, а кеды – это Мэтти Уильямс и Лейчендам. Так получилось. У меня юбка из магазина «Goodbye Fashion», толстовка Гоша Рубчинский и ботильоны «Ксю». На мне надето платье Николь Миллер, а подбирала по принципу «Bold Colors». Выбирала по принципу 15 минут. Это фире. Все, что чистое, то и одел.